начал снимать, и села батарея, и у этой мало заряда. Короче, щепотница мне больше не нравится, чем нравится, потому что очень маленькие нужны щепочки, чуть ли не по 5 сантиметров. Шишки горят плохо, потому что сырые. И приходится маленькие такие вот палочки, вот они торчат, постоянно следить, постоянно подкидывать. Они вот землю запаливают. Поэтому здесь, как на костре, нельзя поставить и уйти. Нужно постоянно следить. Сейчас кипит водичка, заварю чай и порежу сало. Не знаю, тушенку буду не открывать. Экономим батарею.